Дорогие друзья, всем привет! Сегодня обзор покупок из магазина Fix Price. Первое, что вы видите на столе, это вафельные конфеты ассорти с ароматом шоколада. 50 рублей за пачку. Здесь 350 грамм. Это уже наша стала рядовая покупка. Ребенок ест с удовольствием. Вот, я ему выдаю одну конфету в день в качестве награды. Вот, поэтому у нас это такая прям очень нужная, важная штука. Была с ребенком в магазине, поэтому он, конечно, первым делом побежал в игрушки. Я ему сказала: Ваня, только выбери такую машинку, которую у тебя еще не было. Потому что, в принципе, мы уже почти все машинки, наверное, там перекупили. Вот такая вот коллекционная машинка с пружинным механизмом за 99 рублей. Да, такой желтой у нас еще точно не было. И вот он, помимо машинки, еще говорит: мама, купи мне пистолет. Я говорю: какой пистолет? Потому что мы какие-то пистолеты брали, но я не люблю, когда в доме какие-то стрелялки, потому что он лупит во все подряд, не разбирая. Лампочку вот уже одну разбил, меня это раздражает. Но папа рядом был, говорит: возьми, ребенок просит. Ну вот такой вот взяли, вот шариками, который стреляет. Вот, наверное, сюда его засовываешь. Вот стоит 55 рублей эта игрушка. Ну посмотрим. Подумаю я, как это все организовать, чтобы было безопасно. В саду или в огороде, значит, огородные дела начинаются. Вот по совету своей свекрови видела, что она пользуется вот такими перчатками. Вот, и вот такие перчатки за 50 рублей я для себя выбрала. Желтенькие, красивенькие, надеюсь, не один раз они мне. Вот, не на один раз. Скоро надо будет, очень и очень. Перчатки, которые вот Светлана Маркелова, бархат, вот, говорила, очень хорошие, у нас в магазине таких не было. Вот, потому что если бы я увидел, я взяла, очень доверяю ее мнению. Вот. Еще, значит, решила этот раз взять вот такое вот средство защиты для стиральных машин. У нас очень жесткая вода. Очень. Поэтому, может быть, белье такое жесткое получается. Вот я решила попробовать. Будет толк, не будет. Вот здесь 750 грамм. И стоит это средство, я не помню, 99 рублей, по-моему. Если я ошибаюсь, то вы мне тогда исправите, потому что я не знаю. Что-то и чек-то я не вижу. Обычно я все наизусть знаю. Просто это новый товар, я его не брала. Также за 77 рублей взяла вот это вот средство. Для плит, сковородок, духовых шкафов, от жира и нагара. Вот хочу попробовать, что собой представляет это средство. Девчата оставляли очень хорошие отзывы. Дальше в последнее время у нас очень хорошо идут вот такие вот батарейки, поэтому взяла две упаковки по 50 рублей. Батарейки АА. Алкалиновые. Я вот думала, чем же отличаются вот такие вот, допустим, батарейки 50 рублей. 4 штуки всего, и там были еще за 55 рублей, ну 10 штук. Думаю, ну в чем отличие? Оказывается, само содержимое разное. Есть алкалиновые, есть там еще какие-то те хуже. За 55 рублей вот такую вот пасту Хималай. Объем небольшой здесь. Здесь всего 50 миллилитров. Вот, ну, хочу попробовать, что собой представляет эта зубная паста. Комплексная защита. И еще взяла вот такую вот зубную пасту. Профилактическая защита каждый день. Комплексное отбеливание. Я злоупотребляю кофе. Вот, хочу попробовать. Так, слегка отбелить свои зубы. Здесь, конечно, объем уже гораздо больше. Вот, стоит-то она тоже 55 рублей, но здесь 170 грамм. Очень большой объем. Посмотрим. Посмотрим, как она пойдет. Не падай стоять. А дальше взяла вот такие вот ватные диски. 25 рублей 100 штук. Это недорого. Выбрала вот такой вот Бреф. Сила Актив, чистота и свежесть. Я раньше, если честно, никогда не пользовалась вот для унитаза никакими вот освежителями, еще что-то вот никогда, даже вот понятия не имею. Ну, девчат все пользуются, говорят, здоровый запах и свежий и так далее. Решила попробовать. Вот. Я обычно вот как вот для меня вот если вот ну унитаз чистый, то и запах соответственно нормальный. Но я думаю, к чистоте еще и прекрасный запах еще лучше будет. Дальше Саша выбрал для себя вот такие вот пакеты для хранения автомобильных шин. Нам в ближайшем будущем предстоит заменить колеса, вот, зимние снять, летние поставить.
Поэтому вот этот пакет очень-очень даже нужен будет. Размер 194 сантиметра. Ширина 70 сантиметров. Плюс фальцы 30 сантиметров. Высота 94. Такая вот покупка за 50 рублей этот пакет стоит. Дальше я для себя взяла вот такую вот маечку. Девчата говорят, что маечки неплохие. Как раз вот был мой размер. Вот под кофточку, под пиджачок. Прям милое дело. Хлопок. Сделано в Турции. Сделано в Турции. В общем, Турция неплохо шьет. Качество вроде неплохое. Ну, для 100 рублей, скажем так, качество неплохое. Трикотаж сам по себе приятный. Мягенькая такая она. Нет. Ну, 100 рублей, я говорю. Лучше прям переживать даже не собираюсь. И взяла этот раз вот такие салфетки из бамбукового волокна. Здесь 5 штук, 30 на 34 сантиметра. Стоят они 50 рублей. Вот эти салфетки. И за 55 рублей я взяла вот такие вот тряпки для уборки. Тоже бамбуковые. Девчата схвалят, говорят, хорошо труд. Я в Галамарте брала бамбуковые салфетки, но там 3 салфетки по 19 рублей стоят. Вот так, скажем. То есть, вообще, на самом деле, выгодно брать именно в Галамарте. Это 6 салфеток, 19-19. Ну да, 40 рублей практически, да. Вот. Ну, неважно. Была фикс прайс, поэтому там взяла. Так вот, я хочу сказать, что мне бамбуковые салфетки в использовании очень понравились. На самом деле, они хорошо вытирают, прям прелесть впитывают очень хорошо. Мне очень понравилось. Не могла пройти мимо мыла. Вот такое вот мыло Факс. Большой объем, здесь 140 граммов в этом мыле. Душистое. И стоит 25 рублей. Розой пахнет. Мы были в Болгарии, когда вот там это запахи розы со всех сторон. И туалетные воды все пахнут розами, и гели, и шампуни, и мыло, и что только нет. Вот. Ну, здорово. А еще я любитель мыла. И купила я вот такое вот очень интересное мыло. Оно мне очень нравится. Вот, вот это вот мыло. Туалетное мыло для детей. Вот этот вот кусок. Здесь 100 грамм. Это завод братьев Крестовниковых, который основан в 1855 году. Мыло натуральное, твердое. Очень хорошего качества мыло. Очень. И вот в Ашане оно я вот последний раз покупала за 51 рубль. 53, да, 53 рубля. 200-граммовый кусок. Здесь получается 25 рублей. 100 граммов. Вот. И второй кусок тоже вот за 25 рублей, тоже здесь 100 граммов. Для дам и господ парфюм и масло. Очень люблю это мыло, очень. Ну и последняя моя покупка. Мой любимый Пемос. Активный гель универсальный для стирки. Здесь 1 литр 300. Пользовалась, пользуюсь и буду пользоваться. Дорогие друзья, если вам понравилось, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока-пока.